Уважаемый Николай Викторович, с 50-летием у вас. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вам удается в вашем творчестве аграрного журналиста в самый корень проблем смотреть, так сказать, не зацикливаться, может быть, на проблемах и видеть выход на перспективу и на диалог? Вопрос такой. Ну, я не знаю, в корень я смотрю проблемы или не в корень, просто я делаю то, что, мне кажется, будет интересно зрителю, в первую очередь сельскому зрителю. Я делаю то, что мне кажется интересно мне. Вот мне интересно. Значит, я думаю, что и большинству зрителей тоже интересно. Вот и весь секрет. Сельчане, дело в том, что одна из самых популярных программ – это ваша «Земля и люди». Они как-то, может быть, душой чувствуют именно на селе. Говорите, то есть это, мне кажется, важный момент. И второй момент. Вы являетесь выпускником сельхозакадемии, насколько знаю. Что вы хотели бы сказать в ее 100-летний юбилей и преподавателям, профессорам? Я не являюсь выпускником сельхозакадемии. Я являюсь студентом сельхозакадемии. Я до сих пор студент 5-го курса Нижегородской сельскохозяйственной академии. Я пока еще не закончил. Поэтому я надеюсь, что лет через 20 я закончу, и на 120-летие я уже буду как выпускник выступать. А пока как студент я скажу, что... Ну что скажешь о главной кузнице кадров нашего региона, аграрных кадров региона. Ну, только хорошие слова, но только... Расти и процветайте. Спасибо за вашу работу. А вообще, вас в сельхозакадемии помнят, любят и очень уважают. Спасибо. Быть добру.